Сорока 6-летняя Виктория Макарская призналась, что корит себя за съемки в телешоу. Артистка убеждена, что ей не стоило вмешиваться в конфликт Лолиты Милявской и ее мужа Дмитрия Иванова. В недавнем выпуске шоу «Звезды сошлись» снова обсуждали семейный скандал Лолиты. Гостем передачи стал ее пока еще законный супруг Дмитрий. Фитнес-тренер заявил, что ему ничего не нужно от певицы, кроме развода. Однако, по словам Иванова, расторгнуть брак ему не удается из-за адвоката Милявской Сергея Жорина. Дмитрий уверяет, что юрист всячески препятствует их разводу ради личной выгоды. Иванов также заявил, что всегда сам зарабатывал деньги и не сидел на шее у Милявской. «Я работал до Лолиты, во время и после», — высказался фитнес-тренер. Гостья шоу Виктория Макарская возразила мужу певицы. «Я певица, которая работает с 15 лет. У меня есть рабочий статус. У вас какой? Мужа Лолиты. Вы пришли сюда не как тренер, вы не пришли сюда показывать нам, как качать пресс. Вы пришли скандалить. Вы выглядите отвратительно. Я всю программу пытаюсь вас оправдать, но у меня не получается. Вы будете ходить по всем шоу и зарабатывать на этой женщине. Вы мужчина. Вы должны вести себя как мужчина. Вы пришли поливать жену грязью. Это некрасиво», — эмоционально высказалась Виктория. После выхода шоу в эфир Макарская заявила, что жалеет о своем участии в съемках. «Это же надо было так вляпаться. Так мне и надо, и нет мне оправданий. Зачем я туда поперлась вообще? Простите меня, родные, я сама очень переживаю. И все понимаю», — оправдалась перед поклонниками жена Антона Макарского. Блондинка заявила, что половину ее слов вырезали из шоу, и в результате монтажа получился какой-то ужас ужасный. Артистка повторила то, что сказала тогда Дмитрию. «Дима, вы же за немалые деньги сюда пришли. Если вам действительно ничего от Лолиты не надо, отдайте ей то, что вы сегодня заработали на ее имени в этой программе. Вы же тренер. Зарабатывайте достойно», — эти слова Макарской вырезали из передачи. Виктория корит себя за то, что пришла на съемку и стала участницей скандала. «Так мне и надо. Будешь знать, как ходить на ток-шоу», — отругала себя певица и призвала не смотреть такие передачи. Макарская добавила, что на самом деле пришла на шоу, чтобы обсудить совсем другую тему – последствия пластических операций. В начале передачи Лера Кудрявцева рассказала о своей жизни без силиконовой груди. Недавно звезда перенесла операцию по удалению имплантов. Следом за ведущей Виктория призналась, что увеличивала себе губы и сильно об этом пожалела.